Привет, компания Ariva вас приветствует, меня зовут Иван. Сегодня хочу ответить на вопрос по поводу изготовления самодельных домов на колесах. Часто к нам обращаются клиенты, которые запрашивают у нас раму прицепа для того, чтобы на нее установить самодельную какую-то фургон, либо будку построить для того, чтобы как бы из стандартного прицепа бортового сделать как бы самодельный дом на колесах. Вот. Соответственно, что хочу сказать? Ну, закон по этому поводу, как бы, в принципе, вы знаете, как, в чем он заключается, да? Сегодня я вопрос о законности этой процедуры не буду раскрывать. Вот, просто хочу показать для тех людей, которые как бы очень хотят этой самоделкой заниматься, хочу предложить вот и показать прицеп нашего производства, который может подойти для этих целей. Давайте посмотрим. Вот. Перед нами прицеп, значит, шириной кузова 3,5 на 1,95 м. Вот. Пользуясь случаем, просто снимаю видео, то, что мы еще не установили на этот прицеп борта. И хотел показать, как выглядит ровная площадка на данном прицепе. Вот. На данную площадку, соответственно, можно установить какую-либо конструкцию. Это может быть дом на колесах. Это может быть какая-то установка, да, это какие-то бочки могут быть и так далее. То есть данный прицеп подходит под различные какие-то доработки. Вот. Ровный пол. Ширину, значит, дома можно сделать как бы шире, чем 1,95 м, как вот имеет эта данная площадка. Это сделается таким образом, чтобы, значит, здесь был выступ, например, фургона, и часть фургона была над колесами, то есть сделать колесные ниши в самом фургоне. Вот так выглядит ровная площадка, то есть любой МЗСА-шный прицеп без бортов, он имеет вот такую ровную площадку, то есть тем самым он годится под какую-то доработку, под какое-то изготовление какого-то фургона, установка какого-то оборудования. Но еще раз повторюсь, здесь, конечно, есть нюанс по законности данной процедуры. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на наш канал.